Приветствую, ребята. Заставка будет кот. Какой хороший. Кис -кис 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 -кис. В общем, прохождение было шикарное. С утра проходила Одесса. Вот. На 6 элементов принимал. Также добавлю в ролик, как принимал Одессу Жека. Евгений Харитон. Гораздо лучше, так как у него 8 элементов, да и высота намного повыше, чем у меня. Ну, по крайней мере, я принял, уже радует. В общем, с Харьковом работал. В общем, тропа. Сейчас, кому интересно, просто в 6 утра встаем. Ну, ребята, которые находятся у нас здесь, в районе. Вот. И прохождение довольно-таки неплохое. Тропа хорошая. С Ореховым сработал это первый раз. Так сказать, с малой родиной. Вот, в общем, доволен. Антенна работает. Одесса, здесь УР-3, Щука-Щука, центр. Здесь УР-3, Щука-Щука, центр. Принимайте. Одесса, здесь УР-3, Щука-Щука, центр. Да, добренько, спасибо вам за определенную связь. Будьте здоровы, центр. УР-5, Федор Леонид Знак, я Ульяна, радио 3, Щука, Елена Харитон. УР-3, Щука, Елена. Подключи. УР-5, ФЛХ, Виктор, Одесса, прием. Да, Виктор, принято. Громко, 5-9, Евгений, город Запорожье, на приеме. Евгений, город Запорожье, 5-5, вам рапорт, прием. Да, 5-5, спасибо. И послушайте, еще один сигнал с Запорожья сейчас подключится. Да, Одесса, здесь УР-3, Щука-Щука, центр. Ульяна, Роман, 3, Щука-Щука, центр. Принимайте? Я не читаю сигналы, совершенно не читаю. Ну как, присутствие есть, не читаю. Шумы поднялись, и было где-то 2 уровень шума, а сигнал слабее прям. Ага, я понял. Спасибо, что промониторили. Из-за QSO, вот, с праздником и 73. Да, взаимно, спасибо. 25 выше, давай, Жека.